В Махачкале ограбили гражданина Индии. В одном из парков к студентам второго курса медицинского вуза подошел неизвестный. Ссылаясь на голод, мужчина попросил купить ему еды. Увидев отзывчивость студентов, недолго думая, задержанный решил их ограбить. Чтобы реализовать свой план, подозреваемый пригласил студентов к себе. Однако до дома они так и не дошли. Он говорит: «Ладно, брат, мне деньги не нужно. Купи мне одну шаурму, я очень голодный». Я была добрая, я его говорю: «Хорошо, я тебе купил одну шаурму». Я его купил и потом говорю: «До свидания». Я так думал, он мой друзья. Просто пригласил меня как гостей, там кушать и все. Домой потом. Я прошли вместе туда. Он не хочет пригласить меня как гостей. Он просто хочет найти это место, которое там нету много людей. Потому что он хочет забрать ему кошелок. Спустя несколько дней полицейские задержали предполагаемого грабителя. Им оказался житель села Агачаул Карабдахкенского района, ранее судимый за совершение подобного преступления. Полицейские также изъяли украденную барсетку, в которой находилась небольшая сумма денег, банковская карта, международная карта студента на имя пострадавшего. За что вас задержали? Ну, это индусов ударило. Расскажи подробнее, как произошло это? Ну, встретились, да, мы встретились, разговаривали, короче. И они хотели, короче, отдохнуть. Я им сказал, там есть друг, Шана берем. Позвонил, что и к нему поедем. И по пути набирал я ему, он не поднял. И где я встречался с этим другом, мы туда поехали. И не нашел я этот дом, не нашел. Я им говорю: «Не нашел», я говорю, «все, расходимся». И они говорят: «Как, а мы где сейчас?» «Довези нас», говорят, «туда, где мы встретимся». Я говорю: «Как я вас довезу, у меня машин нет, ничего нет». И начали грубить, начали. И ударил ему. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.